1000 квадратных метров полыхает в Тинао. Пламя с горящего в районе 44-го километра МКАД частного дома перекинулось на соседние постройки. С возгоранием борются уже более 5 часов. На месте развернулись более 20 расчетов. В тушении задействован вертолет. Он уже 13 раз сбрасывал воду. Эвакуированы 10 человек. Мы связались с очевидцами. Пожар происходит на внешней стороне МКАДа, 44-й километр. Наблюдается открытое обширное горение. В обе стороны по внешней и по внутренней стороне МКАД затруднено движение, потому что автомобилисты притормаживают. Очень большое скопление пожарной спецтехники. Пожарные расчеты подъезжают по встречной полосе, потому что из-за пробки невозможно подъехать ближе. Вертолет пожарный К-32 летает Московского авиационного центра сливным устройством. Сделал уже порядка 8 сбросов воды. Пожарные сумели остановить распространение огня дальнейшее, потому что как раз огонь пошел по этой пристройке, угрожал соседним строениям. Штаб УГПС сообщил, что двое пострадавших, но они легкие. Вот это предварительно хозяева дома. Они пытались самостоятельно потушить. Вот медики им оказывают помощь. И по площади сообщили 1000 квадратных метров. Рядом с горящими зданиями находится заправка и автоцентр. Всех сотрудников эвакуировали, а машины от автосалона спешно отогнали на безопасное расстояние. Мы следим за развитием событий.